Очереди в регистрационное окно уменьшились, сократилось и время ожидания. Так комментирует начальник Муромского ГИБДД, вступивший 15 октября в силу новый регламент регистрации транспортных средств. Для удобства автовладельцев руководство Муромского ГИБДД пересмотрело и график работы. Прием документов ведем до 17 часов. У нас четверг раньше был для юридических лиц. Теперь в четверг мы тоже принимаем всех граждан. Также с 9 до 17 часов. Перерыв на обед с 13 до 14. Чтобы избежать очередей, Александр Березовский рекомендует записываться на регистрацию машин на портале госуслуг. Электронные очереди становятся все популярнее у автовладельцев. Вне очереди будет назначено время, день. Пожалуйста, можно также подойти. Помимо новшеств, журналисты не могли не задать традиционные вопросы об ситуации на муромских дорогах. Как известно, осенью происходит всплеск аварийности. Однако, вопреки ожиданиям журналистов, руководитель ГИБДД озвучил позитивную статистику. За 9 месяцев текущего года в округе произошло 220 дорожно-транспортных происшествий, на 49 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 6 случаев снизилось и количество смертей в ДТП. Количество аварий с участием пешеходов также сократилось более чем на 20 случаев. Наметившимся улучшением Александр Березовский нашел логическое объяснение. Ряд факторов, таких как и ужесточение административного наказания для водителей, скажем, за использование, например, ремней безопасности, но это еще с сентября месяца только штрафы увеличились по ряду статей. Но, в принципе, мы где-то до августа месяца мы шли с небольшим очень снижением. Катализатором снижения аварийности Александр Березовский считает и улучшение состояния Муромской улично-дорожной сети. Со слов руководителя ГИБДД, сократилось количество ДТП на освещенных участках. Особенно зарекомендовали себя светодиодные светильники. Представители СМИ, выполняя наказы своих читателей и зрителей, в свою очередь указали Александру Березовскому на участки дорог, требующих освещения. Среди них автомобильные дороги в микрорайоне Южной в районе гипермаркета «Магнит» и объездная дорога, следующая через элеватор. Ольга Килешна, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.